Сегодня, дорогие мои, не будет никаких сантиментов и никакого жевания соплей. Только жесткач и правда в чистом виде. Кто не хочет или боится, свободен. Никого не держу. До свидульки и пошли вон. Мне надоело ваше постоянное нытье и утомленные интонации. Что улыбитесь? Я сказал вон отсюда! Это моя территория! Вокруг меня тысячи комментариев. Это я уже видел, мэ-мэ-мэ. Как это круто, подростковый солипсизм, бэ-бэ-бэ. Вы избранные, немедленно вы избранные. Старо как мир. Скажите мне, что все эти комментаторы сделали в своей жизни нового и интересного? Они вообще что-нибудь в ней создали? Пока я вижу, что у меня просто насрано в комментариях. Больше ничего! Вот есть же у людей руки, голова, задница. Что они сделали ими, кроме говна? Которая непрерывно отправляется в унитаз и в интернет. В унитаз и в интернет. В унитаз и в интернет. Что останется после вас с вашим детям и внукам? Чужие бугагашечки в уютных жжжжешечках? Или эта позиция? Ну, это я уже видел, это уже было. Дайте мне что-нибудь новенькое, чтобы я поржал. В зомбоящике уже столько каналов наплодили, чтобы ни о чем не думать, а хавать ржаку! Теперь можно одупляться круглые сутки, вообще не включая мозги! Жрать, срать, ржать! 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 Люди, ау, посмотрите на себя. Тысячи комментов по всей сети. И что мы видим? Кругом говно, говно, говно. Лишь единицы уловили месседж. Туго всасываете, господа. Туго всасываете. А если все уже видели, то почему ничего не изменили в своей жизни? Я смотрю, все такие невхерственные и крутые. А любого прикуй наручниками к батарее, встань напротив с бейсбольной битой. И куда денется вся эта невхерственная крутизна? А? В штаны? Вместе с адреналином! Не успели пригнуться? 7-0! Подвижнее нужно быть, золотые мои! Говорят, что я такое же быдло, как и все! Господа хорошие, для системы ценностей большинства людей я значительно хуже! Интересненько, что вы мне теперь напишете? Или, может, все-таки стоит поменять систему?